Кошки в объективе – милейшие, капризные, гуляющие сами по себе и считающие себя главными в жизни человека. Кошкам посвящает новую фотовыставку «Творческое объединение. Объектив и природа», которая открылась в Центре культуры и искусств имени Кекушева в Ивантеевке. У меня фотографии все посвящены тем котам, которые жили в нашей семье. Поэтому про каждого есть какие-то интересные истории, занимательные, какие-то особенности. Авторы фотовыставки – руководитель объединения «Объектив и природа» Татьяна Бардина и педагог и фотограф Лилия Балаян. По традиции, каждую выставку открывают торжественно, а затем дополнительно проводят экскурсии для детей и взрослых, чтобы рассказать о замыслах работ. Представлено несколько моих фотографий, сделанных в разные годы и в разных городах нашей страны. В Изборске, в Сочи, в Ивантеевке, в Плесе, ну и в других. В общем-то, это фотографии, подсмотренные на улице. Кошкам и котам сегодня также посвящают стихи и песни. Это уже не первая выставка объединения в новом учебном году. В сентябре здесь же показывали зрителям самые красивые рассветы и туманы Ивантеевки. Я даже как просто житель города очень часто наблюдаю стайки детишек, которые из разных школ, значит, ручейками текут сюда вот на эти замечательные встречи. Это очень хорошо, что здесь можно спеть что-то ребяткам, что они здесь слышат живой голос. Выставка будет работать в холле Центра культуры и искусств имени Кекушева до 25 ноября. Увидеть фотографии хвостатых, усатых и мурчащих питомцев можно каждый день с 9 утра до 8 вечера. Вход свободный. Анна Пыльцина, Евгения Федорова, Анна Белова. Новости Большого округа.